В поселке Дунайоль Уссурийского района огонь уничтожил единственный детский сад. Персонал и воспитанники не пострадали. Учреждение было на карантине. Что стало причиной возгорания, пока выясняется дознавателями Госпожнадзора. Известно, что ранее в поселке оптимизировали школу, а сегодня местные власти намерены встретиться с родителями воспитанников дошкольного учреждения, чтобы обсудить, как в дальнейшем присматривать за детьми.